Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хотела бы познакомить вас с новинками от компании BugsDraw. Это антисептическая жидкость от ProBioDerm. Биоантисепт. Жидкость для рук антисептическая, пробиотическая. Линейка антисептиков от ProBioDerm от компании BugsDraw предоставлена тремя ароматами. Лаванды и черной смородины, классический и с ароматом гибискуса. Все мы знаем, что в условиях пандемии антисептические средства просто необходимы. И эти средства от компании BugsDraw будут лучшей находкой для вас. Здесь 100 мл и очень удобный флакончик. Его можно взять с собой, допустим, положить в сумочку. Он закрывается таким вот фиксатором. Удобно снимать. И удобно одевать. И несмотря на то, что крышечка может нажаться, он не выпрыскается именно за счет этого фиксатора. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую нанесение. Достаточно практически одного пшика, чтобы очистить полностью кожу рук. Она впиталась. И никакого лишнего непонятного, неприятного запаха не оставила. Мы ее сейчас закроем обратно. И я прочитаю вам состав. Здесь 70% спирта. И этого хватает, чтобы уничтожить полностью практически все микробы на вашей коже рук. Это средство применяется для быстрого обеззараживания и очищения кожи рук. Чтобы кожу не пересушивало, в этом средстве есть глицерин, он обладает увлажняющими свойствами. А также это средство содержит пантенол, что способствует регенерации тканей. Это средство подходит для частого применения. А также это средство содержит лизаты бактерий для нормализации микрофлоры кожи. Напомню, что все косметические средства от ProBioDerm содержат в своем составе лизаты бактерий. Это средство после вскрытия можно хранить 3 года. И вообще у него срок 3 года. Я считаю, что 100 мл довольно на долгое время хватит, потому что, в принципе, достаточно буквально одного пшика, как я вам уже продемонстрировала. Состав у всех средств одинаковый. Это изопропиловый спирт 70%, вода дистиллированная, глицерин, пантенол, лизаты пропионово-кислых бактерий и парфюмерная композиция. Очень прозрачный и натуральный состав, ничего лишнего. Несмотря на то, что это антисептическая жидкость и не пересушивает кожу, но очень важно и просто необходимо ухаживать за кожей рук после применения антисептика. И в этом вам поможет отличный крем от ProBioDerm от BugsDraw. Крем пробиотический для всех типов кожи и для всех возрастов, номер 14. Здесь 50 мл, и у него на 98% натуральный состав. Если вам интересен более подробный обзор этого средства, то у меня есть ролик на канале в плейлисте BugsDraw. Ссылочку оставлю в этом видео. Это питательный крем для рук и локтей. Он мгновенно впитывается. Очень удобный флакон и очень удобно держать в руке. Нужно буквально совсем чуть-чуть. Наносим на ручки, и вот практически уже все впиталось. Все эти средства и крем для рук, и антисептические средства биоантисепт можно заказать на сайте компании BugsDraw. Также у компании BugsDraw есть группы в социальных сетях. Ссылочки на них я оставлю в инфобоксе. Также ссылочка будет на сам магазин BugsDraw. И есть отличная группа по сыроделению ВКонтакте, а также отдельная отличная группа, посвященная самой компании BugsDraw и ее продукции в том же ВКонтакте. Проходите, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр и берегите себя, не болейте. Пока!